Соблюдаем все меры, предписанные нам Роспотребнадзором, конечно же. У нас это все очень строго на участке. Всем выдаются избирателям маски, перчатки, одноразовые ручки. И все члены избирательной комиссии у нас, конечно же, себя и избирателей наших обезопасят. Средств у нас этих достаточно. В общем, все делаем для того, чтобы процесс голосования прошел у нас в штатном режиме, без нарушения законодательства, и в том числе, чтобы был безопасный для, скажем, для здоровья и членов избирательной комиссии, и для наших избирателей в том числе.